Всем привет, дорогие друзья, с вами Черный Чай, и сегодня я буду проходить дурс вместе со своим другом. Наливайте себе чая, садитесь поудобнее и приятного просмотра. Бра. Согласен. Блин, просто если я начну некоторую фигню говорить, просто подписчики не поймут некоторые. А по-моему, вот эта дверь открыта. Да, мне кажется, там сундук. Давай. Халява. Вау. А тут тоже, слышишь, такая же дверь. Она тоже открывает тут сундук. Не везет. А, слышишь, что тут отпычка нужна сейчас? Мне нет. Ура, бре, просто! Я миллионер. Я еще зажигалку нашел. Блин. Хорошо, что Никиты мир с нами нету. Он бы сейчас все украл, да? Он бы не только украл. Я думаю, когда он видео посмотрит, он будет обзавидуется. Не, он... О, прячься. Бре. Давайте я... Заходи, заходи, заходи. Ладно. Бре. Легко, кстати. Даже не вспотел, да? Угу. Девятнадцатое... Стой, опять! Восемнадцатое, восемнадцатое. А. Стоп, а как? А чё она не... Если мы, короче, далеко от двери отходим, там смывается. Я недалеко от двери не отходил. Стоп. Ладно. Ема, какая? Да, ты хотел. А, ну 18. Вот 19. Все. Да блин, ну подождал бы немножко. Я просто деньги собираю. Типа интригу оставить. Не, я просто деньги собираю на соль. Ой-ё, это что за. А, не показалось. Я думаю, это та самая. А, халява. Ух, нифига. Ой-ой-ой! Насыпало. Я 100 монет нашел. Насыпало, да? Угу. У меня еще есть. На самом деле в магазе все купить сможем. Стоп, что за... Стой. А, о, не... А это, этого раз еще не было, я не помню этого. Чтоб она... А, там на ключ закрыто. Халява, как говорится. Слушай, а если отмычка открою, ключ попадет? Да. Нет, ого. А, да. Слушай, а вот эта комната я вообще даже это не было, помню. Это было, ну, типа, они... Я не знаю, они как... Какие-то рандомные, что ли. Да, блин. Ну, немножко отличаются каждая друг друга. О! Дверь. Шкаф. А это тоже дверь. Я нашел шкаф в этой двери. А, подожди, стоп, что? А это что за дверь? А там что за дверь? А тут тоже что-то есть. Нет, тут ручки нет. Ручку украли цыгане. Золотую. Блатную ручку мою украли. Золотая ручка, золотая. Наполняет она потом чая. Да, именно мной. Да. Мигал. Опа. И куда ты прятался, как бы надо? Ну, я тебе шкаф оставил. Зачем? Ну, просто ты бре, понимаешь? Ты кто? Бре просто. Ты добря? Я услышал, ты добря. Ну, ладно. Вот это вот. Скам. Это скам. Это скам. Скам года. А, стоп, ключ. Ключ? Да. Где ключ? Он там закрывать. Откуда ты знаешь? Бреда. Меня раскрыли. Чисто Бреда. Меня раскрыли, надо ливать. Опять мигал или глаз? Подожди, мигал или глаз? А, ты посмотри, как спрятался. А, я ты пей, типа незаметно. А это мне. Шкаф. А ты прикинь, бы успеть под шкаф залезть. Блин, как-то в дурости хочется пофилософствовать, но иначе всю игру займет мои философствования. Серый экран, просто всю игру будет. Отмычка. А, стоп, ой, уже. Сейчас будет убегать, да. Ча, пожди, золотая вот эту штуку. Блин, я помню, как я в конце слился. Я ни разу дурс не прошел, но в конце слился. Но все знаю от дурс почему-то. Я в конце так тупо слился, хочу тебе сказать. Там конец, кстати, улучшили. Я там знаю. Теперь надо собирать, да? А потом уже делать. Так, не спойлери мне пока что. А, ты не знаешь? Ладно, ладно. Я не знаю про конец ничего. Лево. Ты же, да, ты с Никитой заходил, что ли? Нет. Я один проходил. Чё, у меня прямо было, лол, какое лево. У меня дважды прямо. Я тупанул. Не-не, я тупанул. Я чуть посмотрел налево, посмотрел на... Сказал, что это лево. А это прямо. Ай, блин, огонь. Больно, кстати. Будешь проверять баг?
Похищили или спасибо, нет. Мне кажется. Секуешь, да? Мне кажется. Да, да, конечно. Это секунд, конечно. Че это? Чисто монетка лежит. У меня уже 280 монеток. 350. Че, вообще ничего нет? Да блин, что? Ты шо, уже ушел? А, ключ нужен. Деньги, нифига себе. Фига. А, я думал, ты ключ пропустил. Ну, чё ты где ключи-то нашел? Как ты мог не найти ключи? Не знаю. Мне кажется, они где-то в этих полках. Не, вообще нет, прикинь. Загадка века. А может здесь? Ля. Нашел. Где? Ну понятно, все с тобой. Маша, да ладно. Стой, тут две двери, которые пустые просто. 41-я есть что-то. Ой, дверь сама открывает. Есть отмычка? Да. Капец, я слышу, прислушался к звуку, а дверь сама открылась. Жесть. На лутай, я не лутал. Да залутай, пофиг. Ладно. Фига, тут ооо. Тут и нутелла есть. Халява. Ну он просто скорость дает. Ой, я помню, когда с Никитой проходили. И Лёней. Без тебя. Мы, короче, когда на ту, на секретку пошли. И там мы... Ну, короче, все умерли, кроме меня. Я просто взял витамины и начал бегать по секретке. Прям люто бегать. Ты бы знал, я там уровни... Я дошел до 90 уровня, да? Я где-то, наверное, с 50-го, да, пробежал до 90-го. А что он за то, что чего не бегал? Мигал свет. Бре. А я, понимаешь, захожу, а там лутаю, а там что-то вот это вот едет, оказывается. А че он повернул? А, понял, почему. А куда он повернул? Он налево повернул. Ну, налево от меня. Я подумал, так... Ну, так что за фигня, да? То, я чьи-то дыхание услышал только что. Это наполнение или это... 47-я? Кто-то знает. А, фух, повезло, повезло. Так я помню, 46-я, сейчас 48-я. Лохан не берёт. Ой, стой ты. А, я думал, ты дверь пропустил. Да она без ручки, я заметил. 49-я? Я заметил только после того, как сказал. Ладно. Опа. Ну тут Никита, кстати, офигел, когда увидел то, что прям лутаться можно и лутаться. Просто у меня уже 710. Можно так задонатить, чем тому челу. Ты же помнишь, на контроле сделал? О, СП направо. Он так, значит, справа выходит. Не портируется чисто. Я налево. Ой, фига себе, он в стали застрял. Скажешь, как он, короче? Так, он походу пошел наверх. Да? Бра. Да, он наверх, наверх пошел. А ты нет, где? Ник выше нету. Я в правой части еще, я наверх не поднялся. Я хотел подняться наверх, но он там уходит. Он возвращается. Бра. Он за тобой побежал. Нормально, man. Ой, он решил... Сам... Он сам он решил начал... наверх. А, нет. Я вот тут маню, маню. Чисто, бре. Одна книга есть наверху, я ее не смог залутать. Одну еще залутал. Бежим! Ну, Телл схавали, побежали, побежали. А, еще даже две. Я залутал все две. Это хорошо. Надо... Так, 5, 4, 5, 4, 0, 1. Нету квадрата. 5, 4, 0, 1. Возвращается, возвращается. Я по своему методу буду.
проходит. Угу. Нормально так. 5-4-0-1. Да. Будем пробовать без этого. Так, 5-4-0-1-2. Ухожу. Да, да, я до двойки дошел. Я до двойки дошел. Угу. С нуля до двойки. Уходит. Давай дальше 5-4-0-1-2. 5-4-0-1-3 тогда. Пихинья умный, да? Халява. Идет, идет. И четверка не подошла, слышишь? Угу. Ну блин, ты же ближе, что ты не подгадываешь. Давай next ты. Он. Ой, блин, заметил его. 6-3-8-1. А дальше рандом? Угу. Понимаете? Да. Ну ты еще по шагам не слышишь, что ли? На всякий случай. Я по шагам только определяю. Я в его сторону даже просто смотрю. Ой, как опасно было. Я единичку пробовал. У тебя двойка, тройка, четверка, пятерка, восьмерка, девятка осталось. 3, 8, 1, 4, 6, 3. 6-3-8-1, да? Угу. 5. Тварина, хватит шагать, ты там еще не осмотрелся. А его можно ли как раньше отвлекать или нет? Наверное, да. Но он, наверное, будет потом подняться. А, ушел. 6-3-8-1-6. 6-3-8-1-7. 6. Уходи, Ваня, уходи, уходи, уходи. Да-да, я вижу, слышу точнее. Он уходит. Иди, угу. иди уже. 6-3. Так, 6-3. 8-1. 8. Да ё, алло, 6. Так я не с пятерки, я говорю, я на единичке закончил. Так, 8, 1, 9? Да. О, да. Легко. Ой-ой-ой-ой-ой, халява, халява. Так, я покупаю. Что, будем секретку? Нет, секрет не будем, я просто куплю крест. Че, будем с этим крестом делать что-нибудь? Можно радио как-то ему выключить, и он на скрин рнется с тобой. Слушай, а давай, короче, купим ключ, ставим в него еще крест заюз. О, скелета? Да. Ради контента. Получается? Nothing happened. Ничего не произошло. Может, надо мне было, да? Не знаю. Может, этот один должен быть? Ну чё, крест будем? Может, при этом крест нельзя в руках держать, я не знаю. Ладно, пошли. Я тогда выполню. Ой, вот он бы сейчас, если на меня напал, было бы люто. Нет, а чё тогда? Да пошли, пошли. Я другое достижение выберу. Ему радио можно отключить, слышишь, ты знал? Ай-яй-яй, нифига, меня накоцали глаза. Да. Там глаза. А ключ зачем я покупал? Не знаю. Попробовать. Как пройтись? А, вот, все.
Я убрал, давай, проходи. Я фонарик еще купил. Молодец. Мигал. Да ладно. Дай, бро, иди. Блин, как бы нам еще Амха не встретилась. Вот это вот, который постоянно туда-сюда? Да-да-да. Так, это какая-то странная комната. Подожди, тут открыть можно. Стоп, что? А это была такая комната? Два сундука, нифига тут. Стой, а это была комната? Какая? Я такую не помню. Да, но она просто такая. Она это. Как сказать-то? Длинная. Да ё-мо. Там свет моргал. Да? Да блин. Так, подожди, у нас какая? 63. Тут... О, тут можешь залутаться. А, залутались. Тут два рычага, помнишь? Иди здесь, найди рычаг один. Или он один на оба, я не знаю. Блин, тут нет. А здесь что? Ничего. Ой, все, у меня фонарик сел. Ой, ну зажигалка. Ой, я нашел. Я потерялся. Сейчас на меня эта фигня будет выскакивать. Грон, помоги мне. Я иду. Потерялся. А, сейчас тебе открою этот вход, и у тебя будет светиться все. Светится? Угу. Все, спасибо. Нашел? Да-да-да. Помнишь, половина фонарика села. Ой, за нами эта фигня будет бежать? Нет. А, нет, глаз не был. Да, да, да. Он мигал. Ну, зато будет это добро. Я буду смотреть, как она бежит на меня. Ой, не, не буду. Страшно. Пугался, да, сыкун? Реально, кстати. Сыкло чисто. Мужик на сыкле. 67. Ай-яй-яй. Что ой. Это? Она за мной прям, что ли? Она появилась, да, за тебя. Свет мигал. Ой. Ой, я же здесь могу открыть. Подожди, а свет мигал, подожди. Чё это? Это хилка. О, это резидент. О, я теперь можно бесконечно хил у тебя. Хорошо. Я... Тут этот, либо сик, а, это сик, все, нормально. Ой. Глаза, okay. Ой, по, эти штуки поменялись. Скорее, короче, я пошел. Это 69. А, стой, так точку, у нас все равно хп восстанавливает. Халява. Так и знал, что надо было в другую идти. Как-то их много, этих глаз, я ничего не вижу. Нашел. Они еще моркают? А как против него этот... Надо просто... О, да, можно же крест изнуть против него, точно. А просто надо... стой и изнуй против него крест. Реально. А как просто... Он надо работает, просто... он работает. Он просто уйдет, он просто убьется. Не, он будет стоять... Подожди, а как? Да, он застанется, юзай, юзай. А как юзать-то его? Ну, крест в руки возьми. Все, теперь бежим. И чё там, какая анимация была? Ну типа он застанился и дальше побежал. Мне дали две достижения. А блин, а мне-то не дали один. Ну, в следующий раз. А я? Стоп. Что ты? Слушай, я мне дали достижение, где он типа в бизнес-костюме сидит. И типа какая-то там еще достижение. Да ё-моё. Ты знал, что у Дурса есть целое сообщество с комиксами? Да, наверное, нет. 81 и... Свет мигал. Ух ты, фига, так-то быстро.
страшная фигня. Быстро она меня попалась. Блин, надо же будет потом под ноги смотреть. 83. Да? Чё смотреть? Под ноги надо будет смотреть. Там же ловушки теперь. Mm-hmm. Опять мигал? Вот теперь точно. Нет. Я его не слышу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, капец. Страшно. Ой-ой-ой. Ты, надеюсь, не умер еще? Пока нет. Ой-ой-ой, как... Ой, сложно. Капец, она меня прям не отпускает, слышишь? Она прям, прям вообще не отпускает. О. Она меня просто выпустила. Да о, потому что ой, я спас, потому что. А, да? Да. Капец, она меня прям люто там теребила. Ты бы знал, я там так мансовал. А ты как, типа, смайл вперед, потом назад смайл? Да, я разворачивался постоянно. Нет, слушай, можно я легче пройти с моей. Смотришь на меня? Вперед идешь и потом назад? Да. Я ну, так. Не знаю. Я так прошу. Я так ее прошу. Я ее так прошу. Она меня настолько часто теребила, это прям капец. Морал. Ой, это теперь точно он. Это черный, кстати. А этого-то нет было, кстати, зеленого. А, может, и не будет его. Повезло, повезло. Ой, под пол, смотри, пол, смотри, ловушки. Да, вижу. Шкафы другие. Опять темные. Опять под пол смотрю. Я вижу. Ой, 92-я? Да. А вроде они вызывают этого, да? Или нет? Кого что? Ловушки. Никого или не нет? Вызывают, просто ты их потеряешь.